кресле мэра и листы. Он не станет в одночасье эффективным менеджером. Чудес не бывает. Если у него до этого не было опыта, то он не возникнет внезапно. Этому нужно учиться. Вы знаете, после того, как наш народ, жители нашего города вышли на митинги протеста против назначения господина Трапезникова, бывшего лидера ДНР, против активистов, тех, кто выступал на этих митингах, возбуждаются административные дела. Калмыкия, на мой взгляд, она воспринималась ранее как абсолютно спокойный, такой инертный регион, где люди не борются за свои права, они привыкли с тем, что уже там в течение более 20 лет их правами пренебрегают, что с этим ничего не сделать. И люди подумали, приняли такое решение и подумали, что они дальше, что народ будет дальше молчать. Но они ошиблись. А чем вот лично вас Трапезников не устраивает? Мутный человек. Неизвестный. А что о нем говорят? О нем говорят только плохо. Ничего плохого о нем не знаю. Хорошее посмотрим. Но я человек старый, в настоящее время в политику не лезу и соблюдаю полный нейтралитет, к сожалению. Лишь все равно. Кто там будет наверху? Лишь бы работал. А что требуют, не знаю. Кому как?